Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу о релизной версии iOS 13.7. Она сегодня у нас вышла, и как бы изменения те были, которые в бета-версии оказалась GM-версия. И какие нововведения? Это то, что приходит уведомление о контакте, который болеет, опять же, COVID-19, все эти вещи. Но, опять же, она у нас не будет работать, это работает в Америке. Как бы это все не для нашей страны с вами, не стран СНГ уж точно. Вот. Что касается производительности, она лучше, чем 13.6.1. Имеет свойство, батарейку хорошо держит, автономность я запишу на следующий день сразу же, все как всегда, сутки используя телефон, вы увидите все эти данные. А пока посмотрите на скорость работы, как она работает, и сами, в принципе, убедитесь. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Конечно же, рекомендовать к обновлению я могу только после того, как я проведу тест на саму батарею, пройдут сутки, я выложу это видео, и вы сами сможете, в принципе, оценить. Если она будет держать близко к тому, что сутки у меня на iPhone XS, значит, можете свободно обновляться и не переживать. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока! I don't deny there's some strange evolutionary process going on.